Шпачев. Радулов жестко ставит клюшку в надежде на прострел, но пока выбирает другой розыгрыш Вадим. Бросок Кагарлицкого, Радулов добивает, и Дмитрий Кагарлицкий приносит победу Акбарсу. Еще раз смотрим в точке, вот первый бросок, еще бросок, и там получается со второго добивания Кагарлицкий пробивает вратаря Амура. 4 на 5 сегодня хабаровчане отбивались, и отбивались довольно успешно. А здесь чуть больше свободного пространства оказалось, и уже никто не помешал броску Дмитрия Кагарлицкого. Дмитрий приносит победу своей команде. Это второй гол Кагарлицкого в нынешнем сезоне. Первая победная шайба на его счету. Пятое очко Кагарлицкий